Здравствуйте, товарищи. Спасибо, садитесь. Тема сегодняшней лекции связана с предыдущей темой. У нас была тема революции и контрреволюции. Сегодня тема лекции «Контрреволюция в СССР». Контрреволюция в СССР. Мы подходим к рассмотрению этого вопроса как люди, которые изучили, что такое развитие, и понимаем, что всякое развитие. И это движение низшего к высшему, простого к сложному, через разрешение противоречий, через борьбу противоположных тенденций. Следовательно, это относится и к периоду, когда социализм в СССР был построен, когда страна не просто называлась социалистической, а уже была страной, построившей социализм. А страна, построившая социализм, это страна, построившая коммунизм. Потому что коммунизм – это молодой социализм, это молодой коммунизм, коммунизм, который только еще вышел из старого строя и во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном, несет отпечаток того строя, из которого он вышел. С этим связано и главное противоречие социалистического развития. Какое? Противоречие между его коммунистической природой, что он по природе уже коммунизм, и отрицанием этой коммунистической природы, которая тоже в нем есть и связана с выхождением из капитализма. Отсюда и две тенденции. Одна тенденция к перерастанию социализма в полный коммунизм, тенденция к развитию социализма в полный коммунизм. Другая тенденция, прямо противоположная тенденция, движение вспять, ослабление коммунистической природы социализма и переходу обратно в переходный период. Но уже переходный период с другим знаком. Не в переходный период от капитализма к коммунизму, а в переходный период от коммунизма к капитализму. Спасибо большое. В чем выражается коммунистическая природа социализма? В производстве. В производстве она выражается в том, что производство непосредственно подчиняется общественным экономическим интересам. Общественно-экономическим интересам. И является поэтому непосредственно общественным. Противоположность чему? Противоположность товарному хозяйству, которым является капитализм. Капитализм тоже обеспечивает удовлетворение определенных потребностей людей, но посредственно, через обмен. Что является целью производства при капитализме или вообще во всяком товарном хозяйстве? Стоимость. Конкретно при капитализме прибавочная стоимость. А что является целью производства при социализме? Обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. То есть непосредственно развитие всех членов общества является целью производства. А что противоположно этой цели? Что является отрицанием? Вот то, что является отрицанием, выступает как некое родимое пятно. Когда люди работают на социалистических предприятиях или, скажем, в системе государственного управления, и не то важно, что они делают для них, а то, что они за это будут иметь. Что они за это получат? Такой момент есть? Есть. Вот этот момент называется отрицанием непосредственно общественного производства в самом непосредственно общественном производстве. И вот отрицание непосредственно общественного производства есть товарность, как родимое пятно товарного хозяйства, из которого вышел первоначально коммунизм. То есть имеет место противоречие между непосредственно общественным характером социалистического производства и его отрицанием, то есть товарностью как моментом социалистического производства, но его отрицательным моментом. Спрашивается, а насколько глубоко это, так сказать, противоречие? Не касается ли они только поверхности, там, каких-то являющихся форм?
Нет, можно сказать, что и если вы возьмете сущность социализма, товарности в сущности социализма противоположны этой сущности. Отсюда и две тенденции. Одна тенденция к усилению непосредственно общественного характера производства и развитию его, преодолению момента товарности, когда старые товарно-денежные формы, наполненные уже новым социалистическим непосредственно общественным содержанием, используются для дальнейшего преодоления товарности и развития непосредственно общественного характера производства, как формы общественного счетоводства, учета труда, контроля за производством и распределением. Но есть и противоположная тенденция, которую, к сожалению, в то время, о котором мы говорим, на теоретическом уровне не замечали, не видели и представляли себе движение вот социализма как вот по этим ступенькам. Выше, выше, выше. Если вы на эту ступеньку встали, то как бы вы уже туда встали навсегда. Но ваша ступенька, так же, как, скажем, если вы движетесь по эскалатору в метро, который идет вниз, она двигается вниз. И только немногие из присутствующих, я думаю, смогут подняться наверх. По тому эскалатору, который спускается вниз. Не потому, что их туда не пустят, а потому, что это предполагает очень большие усилия и хорошую подготовку спортивную. Но будем считать, что не такая быстрая скорость у той тенденции, которая отрицает. Но если ее не видеть, если ее не замечать, если ее не теоретически, не практически не видеть, с ней не бороться, она начинает развиваться, и нет никаких гарантий, что она не может взять верх в конечном итоге. Следующее. В чем проявляется, как разрешается это противоречие между непосредственно общественным характером производства и товарностью? Или как оно должно разрешаться по линии развития? Ну вот, самое общее противоречие, которое я взял в начале, противоречие между коммунистической природой социализма и его отрицанием. Как разрешать? Борьбой за эту самую коммунистическую природу социализма. С противоположным моментом. Но нельзя представлять себе противоречие так, что вот я борюсь с другой стороной, а другая сторона сидит и ждет, как мы ее поборем. Такого не бывает. Правда? Не бывает таких противоречий, где одна сторона была бы активной действующей силой, а другая сторона просто была бы некой жертвой или пассивным результатом воздействия первой стороны противоречия. Такого не бывает. Здесь как развивается, как разрешается противоречие между непосредственно общественным характером производства социалистического и товарности. Оно может разрешаться либо по линии усиления товарности, то есть это движение вспять, либо по линии как раз усиления непосредственно общественного характера социалистического производства, то есть по линии ослабления товарности. Вот для того, чтобы оно... Это противоречие разрешалось по линии ослабления товарности и усиления непосредственно общественного характера производства, необходимо осуществлять борьбу за приоритет общественных экономических интересов в экономике. Борьбу за приоритет общественных экономических интересов. Ну, для сравнения вы можете судить, какой сейчас принцип считается главным в экономике современной России. Приоритет каких интересов? Личных интересов. Вот если я даже попал в государственный аппарат и на какую-то должность, то с какой целью я попал в этот государственный аппарат? Ну, если я принципиальный человек, и главный принцип современного российского общества – это принцип приоритета личных интересов, я должен решить свои личные проблемы, пока я нахожусь на этой государственной должности. А заодно решить какие-то и государственные проблемы. Сказать, что эта борьба за приоритет общественных интересов, она всегда шла гладко, и что противоположной борьбы за приоритет личных не было в условиях социализма, было бы искажение вообще социалистической действительности. Приукрашивание, скажем, социалистической действительности, в котором совсем не нуждается действительное развитие. Ну а что такое общественные интересы в условиях социализма? Социализм – это же общество какое? Классовое или бесклассовое? А?
Громче. Бесклассовый. Бесклассовый. Правильно, потому что раз это коммунизм в первой фазе, значит, это общество бесклассовое. Ну, какое? Бесклассовое общество в первой фазе с родимыми пятнами капитализма, то есть класса вроде само общество бесклассовое, но классы еще не уничтожены, так скажем, не уничтожены. И вот, когда Ленин выбирал формулу, в которой выразить это противоречие, он эту формулу нашел в работе «Великий почин» и сформулировал: «Социализм есть уничтожение классов». То есть социализм и классы поставлены как противоположные. Социализм и деление на классы, правда? Вот есть классы, а есть социализм. Социализм есть уничтожение классов. То есть либо социализм разовьется, и классы будут полностью уничтожены, и тем самым закончится низшая и первая фаза коммунизма вместе с ликвидацией противоположности между городом и деревней, людьми физического и людьми умственного труда. Либо пойдет процесс возвратного класса образования, и в итоге снова без класса общество превратится в классовое. Ну, а что произойдет на самом деле, это зависит от того, как будут бороться противоположные стороны и носители этих противоположных тенденций. Правильно? Насколько сознательно будет вестись эта борьба? Будет ли она поставлена? Или, она по-прежнему будет окружена всякого рода победными реляциями, у нас уже построено, социализм построен, кругом много успехов, все хорошо, не надо беспокоиться теперь об этих самых недостатках, они, в общем-то, уже позади. Хотя даже если вы построили дом, если он не будет и вовремя ремонтироваться, он начнет разрушаться и пропадет. А если вы построили атомную подводную лодку, то если вы ее будете ремонтировать так, как сейчас ее ремонтировали, вот уже третья атомная подводная лодка у нас подвергается пожарам. Ну хорошо, что с этой подводной лодки сняли все вооружение, заглушили реакторы и убрали ядерное топливо. И никак не могли ее погасить, и притопили ее, чтобы пожар ликвидировать. Ну и ущерб всего лишь 100 миллионов рублей. Сейчас у нас денег много, не страшно. То есть такого не бывает в силу противоречивого характера развития, чтобы одна сторона себя проявляла, а вторая сторона никак себя не проявляла и не вела бы борьбу за свое развитие. Вот что мы видим. И если это есть противоречие, то оно проявляется через отдельные действия людей, которые в целом поддерживают магистральную тенденцию, с которой связано развитие социализма, в целом. Ну а недостатки социалистических людей в чем проявляются? А в том, что они там и тогда, в отдельные моменты, поддерживают прямо противоположную тенденцию. А поскольку людей много, миллионы, то и из этих действий, отрицательных действий миллионов людей складывается довольно сильная отрицательная тенденция, которая противоположна развитию социализма и способны его разрушить. При этом могут быть и отдельные личности или группы, которые являются носителями этой отрицательной тенденции, которые это вот движение назад выставляют как и представляют как движение вперед. Как движение вперед. И, так сказать, становятся певцами, вдохновителями, организаторами этого вот отрицательного движения. Как правило, таких людей не очень много, а людей, которые делают действия в соответствии с этим направлением, очень много, потому что каждый человек имеет недостатки, а недостатки проявляются в действиях отрицательных, противоположных природе человека, который имеет этот недостаток. Правильно? Если мы будем сравнивать положение классов и слоев социалистического общества, то мы обнаружим, что наиболее устойчивые экономические интересы у рабочего класса. Они в этом смысле не поменялись с переходом к социализму. Еще при капитализме рабочий класс был в чем заинтересован? В том, чтобы построить социализм и довести дело до полного уничтожения классов, чтобы не было классов вообще. Правильно? Что изменилось в этих интересах? Изменилось то, что вот он уже, так сказать, часть пути прошел, а сами интересы
совсем не изменились, они устойчивые. А что касается интересов, скажем, колхозного крестьянства, оно тоже изменилось. Колхозное крестьянство теперь это не мелкая буржуазия прежняя, которая была, так сказать, раздираема прямо противоположными тенденциями. Он и труженик, он и собственник. Теперь это участник социалистического хозяйства непосредственно общественного. И кооперативная собственность является формой общественной собственности. То есть общественная собственность выступает в двух формах. Единая общественная собственность в виде собственности государственной и в виде собственности кооперативно-колхозной. Если вы будете читать литературу, там вы увидите такие высказывания, что государственная – это общенародная собственность. Это неудачные высказывания. Таких высказываний у классиков, там ни у Маркса, ни у Ленина, не найдете, что значит общенародная собственность. Народ, так сказать, это взятые люди, взятые порознь, россыпью, так сказать. А общественная собственность – это определенный организм, связанный общественными отношениями, правильно? Общество. Поэтому общественная собственность – это собственность общества как целого, а не отдельных людей, которые составляют народ. Иначе вот эти отдельные люди, которые составляют народ, они так начинают говорить: ты народ, я народ, он народ. Каждый может взять от этого народного состояния кусок. И так растащить можно всю общественную собственность. И, между прочим, элементы этого растаскивания были. И в свое время Сталин поставил так вопрос, что вот буржуазия, став господствующим классом, сделала частную собственность священной и неприкосновенной. А если мы не сделаем общественную собственность священной и неприкосновенной, если мы не будем безжалостно наказывать тех, кто воюет, так сказать, фактически растаскивает общественную собственность, если не будем их наказывать за все попытки утащить и использовать общественную собственность в личных целях, то мы не укрепим общественную собственность, не сделаем то для своего класса, что сделала в свое время буржуазия. Давайте брать с нее пример. Вот, скажем, нынешняя современная буржуазия, она никак не может решить эту задачу. У нас есть частная собственность класса капиталистов. Государственная собственность – это что? Частная собственность класса капиталистов. Ее растаскивают. То 16 миллиардов растащили под предлогом строительства космодрома «Восточный», то 2 миллиарда унесли только те люди, которые накупили браслетов для заключенных. Причем кто? Генерал-полковник. Руководитель, 2 года назад был руководителем, 1,5 года назад, Федеральная служба исполнения наказаний. 2 миллиарда. И это делается, так сказать, не где-то там, в частных таких моментах. Это делается на самом верху. Хотя это вполне соответствует формуле, что сейчас, в обществе частно-хозяйственного капитализма, приоритет частных интересов превыше всего. И никак, скажем, наши граждане не желают вступать в высшую его форму, какая есть сейчас капитализм, и государственно-монополистический капитализм, который более прогрессивно и который требует подчинения индивидуальных интересов капиталистов общим интересам капиталистического класса в целом. Ну вот, поскольку рабочий класс наиболее заинтересованный в развитии общества в направлении к полному коммунизму, его классовые интересы являются общественными. Или, другими словами, в первой фазе коммунизма, при социализме, общественные интересы являются классовыми и по своей классовой природе являются интересами рабочего класса. Только поэтому государственная собственность является формой общественной. А если бы государственная собственность была просто связана с интересами какого-то класса, который не был бы передовым, то государственная собственность сама по себе не стала бы формой общественной собственности. И вот, скажем, в условиях капитализма государственная собственность, конечно, не является формой общественной собственности, это частная собственность класса капиталистов.
Вот так обстоит дело. Ну, раз интересы рабочего класса общественные, то государство его осуществляет общественные интересы, поэтому ведет экономику в общественных интересах, поэтому собственность оказывается общественной на средства производства. И поскольку государственная собственность является решающей, и с этим было связано и наличие машино-тракторных станций в деревне, где собственность на средства производства, на машины, трактора и комбайны, на сеялки, веялки, была государственной. И поэтому государство содействовало тому в деревне, кто соответственно, кто осуществлял сельскохозяйственное производство в соответствии с интересами общества. И не содействовало тем, кто не осуществлял. Вот и все. И поэтому таким образом кооперативная собственность тоже становилась формой общественной собственности. Вот в итоге существует тем самым противоречие между бесклассовой природой коммунизма, которая выражается в приоритете интересов рабочего класса, он, так сказать, выразитель этой бесклассовой природы коммунизма, класс, который является выразителем бесклассовой природы коммунизма, класс, интересы которого ведут к построению бесклассового общества полностью. Бесклассовое уже общество есть, но в низшей фазе. Для того, чтобы завершить этот процесс, необходима диктатура этого класса. В работе «Великий почин» Ленин так и пишет: «Диктатура пролетариата – это научное, латинское, историко-философское выражение означает вот что, что только определенный класс, а именно городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие, обратите внимание, не весь рабочий класс, а только класс городских, фабрично-заводских, промышленных рабочих, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых на всем пути до полного уничтожения класса. А для полного уничтожения классов необходимо уничтожить как неравенство между городом и деревней, так и между людьми физического и людьми умственного труда. Всякое социальное неравенство, поэтому в этой работе Ленин рассматривает и социальное неравенство между мужчиной и женщиной, которое, так сказать, в области правовой отсутствует. В правовом отношении сразу советская власть разбила всякое правовое неравенство в отношениях мужчины и женщины. А что касается, говорит, фактического положения, Ленин пишет, что женщина продолжает оставаться домашней рабыней, что ее труд, мелкий домашний ручной труд, привязывает ее к кухне и к детской, и отупляет и забивает ее работы, которые изнервливают ее и делает ее человеком, которого отупляют. Вот то, что написано в «Великом почине», это очень короткое произведение, очень емкое с точки зрения теоретической. Рабочий класс является носителем бесклассовой природы коммунизма, всякого другого рода приоритеты. Например, давайте, говорит, мы за приоритет всего народа будем выступать. А народ-то еще пока состоит из классов. Значит, тогда, если за интересы всего народа, но против интересов рабочего класса, то это некая противоположность интересам рабочего класса. А противоположность интересам рабочего класса ведется в направлении к диктатуре буржуазии. У Ленина есть такое высказывание, что тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько безграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Но такие люди появились у нас и в большом количестве, и с мандатами. Значит, как разрешается это противоречие? Противоречие между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов в его первой фазе разрешается благодаря борьбе за обеспечение приоритета интересов рабочего класса. Или, другими словами, за диктатуру пролетариата.
Противоположная тенденция связана как раз с тем, чтобы разрушить эту диктатуру пролетариата. И как только она будет разрушена, это движение вперед останавливается немедленно. Ну, а поскольку речь идет о управлении общества, а общество или общественно базируется на общественном производстве, а производство носит развитый общественный характер, и оно представляет собой единую монополию. И даже определение такое у Ленина есть, что социализм есть единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа и потому переставшая быть капиталистической монополией. Единая капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и потому переставшая быть капиталистической монополией, означала бы социализм. Социализм есть планомерное хозяйство. И у нас очень много учебников, книг о планировании, о планомерности написано, о законе планомерного развития народного хозяйства при социализме. Ну и как бывает всегда у тех, кто односторонне смотрит на противоречивый процесс, о том, что при этой планомерности существует и стихийность. И эта стихийность неизбежна, и имеет экономические причины, наряду с гносеологическими. Об этом меньше всего написано. Потом одно дело план составить, а другое дело план выполнить. План – это, вот, как говорили, инструмент реализации экономической политики партии. Ну, какие все инструменты же тупятся. Вы начинаете выполнять план, а он не выполняется. Он не выполняется на одном заводе, а этот завод поставляет продукцию для 100 других заводов. Значит, уже 100 заводов не выполняют, а эти... Каждая из этих 100, еще 100 заводов, уже десятки тысяч получается. И идет цепная реакция нарушения планомерности, которую без специальной готовности к борьбе за сохранение этой планомерности, в том числе за наращивание резервов, из которых берутся продукты, тогда, когда какие-то продукты не производятся. Прямо Сталин писал, нельзя работать без резервов. Нельзя работать без резервов, потому что никакой нет гарантии, что все выполнят план. Ну, кто-то не выполнил, что надо сделать? Взять и эту продукцию поставить тем заводам, которые должны были получить ее, но не от данного предприятия, а прямо из государственных резервов. И чем больше разболтан, так сказать, хозяйственный организм, тем больше резервов надо иметь для того, чтобы его, в конце концов, отладить и наладить. Поэтому стихийность в этом смысле... С одной стороны, она связана с тем, что наряду с приоритетом общественных интересов имеются попытки в условиях социализма осуществлять интересы каких-то других интересов, личных, интересов отдельных групп, слоев и так далее. А значит, пытаются действовать так, чтобы осуществлять эти интересы, а не те, которые записаны в плане. Это во-первых. А во-вторых, вообще нельзя все познать, и поэтому нельзя все запланировать. Поэтому план никогда не бывает всеохватным планом, в том смысле, что он вообще все запланировал. Люди, которые... Даже на 100% если выполнить. Даже если он на 100% будет выполнен, он будет выполнен в укрупненных показателях. То есть нет такой возможности, в силу того, что познание бесконечно, что запланировать вообще все процессы. Поэтому о таком даже говорить нельзя. Поэтому говорится... И говорилось, и писалось в хороших книгах о централизованном планировании, а в книгах, которые заведомо, так сказать, занимали такую подлую позицию, что у нас центральное планирование, все планируется в центре. Скажем, западные концепции критики с критикой социалистического развития в СССР, вот так, кстати, расшифровывали это дело, что это центральное планирование, что все у вас планируется в центре до последнего гвоздя. Ну, поскольку мне пришлось этим специально заниматься, я кандидат экономических наук и преподавал на экономическом факультете, специально этот вопрос изучал, вот хочу вам сказать, что структура планирования была такая. На уровне правительства утверждалось тысяча всего показателей номенклатуры продукции. Там, скажем, машины, посуды, ткани и так далее. Тысяча ровно. На уровне министерств. Когда приказом министра уже утверждалась номенклатура 15-17 тысяч продуктов,
И больше в центре ничего не планировалось. А продуктов было у нас, ну, где-то несколько миллионов. Несколько миллионов. А планировалось только на, в центре не более чем 17 тысяч. Ну, дальше были местные советы. Эти местные советы имели местную промышленность. И они те вопросы, которые нужно было решать на местном уровне, и решали. Поскольку система советской власти предполагает соответствующую децентрализацию. И совсем не обязательно планировать нужно там. Планы могут быть районные, городские, областные. И вот таким образом осуществляется планомерное развитие. Поэтому, но мы можем все равно и должны констатировать противоречие между планомерным характером социалистического производства и элементами стихийности в его организации. Как те элементы, которые связаны с неполной познаваемостью процессов, потому что нельзя, план нужно сверстать, и нельзя ждать, когда вы до конца там познаете что-то, потому что иначе никакого плана не будет. Люди, которые только изучают план, не могут работать в госплане, потому что они должны изучение закончить к ноябрю, и в ноябре план должен быть утвержден. Иначе он не дойдет до предприятий в декабре. И значит, они начнут позже, и вот уже в худое время, но еще в социалистическое время, запаздывание, скажем, разработки пятилетнего плана было 1 год. К концу первого года пятилетки составляли план на новую пятилетку. Значит, эта пятилетка выпадала. Она вообще не входила. Вот первый год пятилетки выпадал из пятилетнего плана, а в итоге план был на 4 года. Но тот план, который был на 4 года, предполагал одни исходные положения, а этот выпавший из пятилетки год давал совсем другие параметры. Поэтому и следующий год выпадал из пятилетки. И на самом деле система пятилетнего планирования стала разрушаться. А тут появились экономисты, которые стали предлагать такую новую категорию, как допустимое выполнение плана. Дескать, 10% можно не выполнить план и премию получить. Так, вот это противоречие. Как оно решается? Эти две тенденции имеют это противоречие. С ним генеральная тенденция, тенденция развития, это развитие планомерности и ослабление элементов стихийности, не ликвидация их, потому что их не ликвидируешь, ослабление элементов и уменьшение элементов стихийности. А вторая тенденция, это тенденция к чему? К усилению элементов стихийности и ослаблению планомерности. Вторая тенденция. Как разрешается это противоречие? Как всякое противоречие общественное, оно разрешается борьбой противоположных сторон и носителей. По идее, так сказать, все члены социалистического общества заинтересованы в развитии планомерности. Все заинтересованы в росте общественного богатства в соответствии с целью производства, обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. А с другой стороны, члены социалистического общества сами несут на себе отпечаток старого строя. Они социалистические люди, они полностью коммунистические люди, поэтому они там и тогда, в то или иное время, совершают действия прямо противоположные магистральному направлению. И из этого складывается могучая тенденция отрицательная. А если еще появляются носители или представители, или выразители этой тенденции, она получает такое законченное выражение и является сильным препятствием для движения вперед. И может быть фактором, который направляет движение вспять. Наконец, мы можем сколько угодно раскрашивать систему государственного планового централизованного управления, говорить, что она социалистическая, а социалистическая – это коммунистическая, хоть и в первой фазе. Мы должны понимать, что там, в этой системе, есть уже у людей особые интересы. Интересы не тех людей, которых они представляют, а интересы собственные тех людей, которые находятся в этой системе управления. И поэтому появляются особые интересы, ведомственные, местнические
и другие личные интересы работников сферы государственного планового централизованного управления. Отсюда такие явления, как бюрократизм, карьеризм, который сейчас прославляется, дескать, вот человек должен сделать карьеру. Вы карьеру должны сделать или обществу послужить, молодой человек? Как? У вас какие планы-то? Ну, спасибо, да. Вот если в обществу послужите, то можно сказать, что вы и карьеру сделали. А вот если вы карьеру будете делать, то можно ведь сделать карьеру, а обществу не нанести колоссальный вред. Правильно? Карьеристы – это люди, которые думают о своих интересах, о том, чтобы им выбиться наверх. Поэтому сейчас рассуждают о лифтах социальных, дескать, кнопку нажал, и, особенно если у тебя папа есть с деньгами, кнопку нажал и выехал сразу. Или он работает уже в государственном управлении на высоком посту. Вы кнопку нажали и уехали наверх, а вы тут остались. Вы на четвертом ряду остались, они уже на десятом там, наверху, улетели. Но вот мы говорим сейчас о социалистическом управлении. Такие стремления были, думать не об интересах общества, а об, не в интересах государства, не об интересах рабочего класса, который выражает коренные интересы всех трудящихся, а о своих особых интересах и об их удовлетворении. Вот это объективное противоречие, которое порождало две противоположные тенденции к усилению планомерности, ослаблению стихийности и наоборот, ослаблению планомерности и усилению стихийности. И борьба за усиление планомерности – необходимая борьба для того, чтобы осуществлялось движение вперед. А в государственном управлении надо было бороться за сохранение государственного характера этой системы, как системы диктатуры рабочего класса. Если эта система перестанет быть системой диктатуры рабочего класса, то, так сказать, государственное плановое управление тоже уже будет не управлением интересов рабочего класса, не будет движения в общественных интересах и не будет движения социализма к полному коммунизму. А как разрешается это противоречиями, вот противоречие системы управления? Может ли оно быть разрешено в рамках самой этой системы? Вот если ловить всяких негодяев, которые, значит, выставляют свои интересы выше, чем интересы членов общества всех, и наказывать их, а кто это будет делать? Кто-нибудь, кто сидит в этой системе управления. Пока есть порядочный человек наверху, он будет это делать. Умрет этот порядочный человек, и на этом все. Да? Значит, это противоречие разрешается всеобщим участием в управлении. Если мы рассматриваем членов социалистического общества как хозяев своего общества, хозяев своего производства и всего того, что на нем основано, то они, когда мы говорим, что они должны заниматься своим делом, каждый должен заниматься своим делом, так у каждого трудящегося два своих дела. Это его дело в системе разделения труда, вот в системе разделения труда историк. Но еще, кроме того, что человек занимается, так сказать, трудом своей ячейки разделения труда, он должен заботиться и об обществе в целом. И это тоже его интерес, его цель и задача. Хочу в связи с этим привести вам определение управления, которое дал Маркс. Он говорил, что всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляющийся в достаточно крупном масштабе, нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. Еще раз. Всякий непосредственно общественный или совместный труд нуждается в управлении, которое осуществляет связь индивидуальных работ и выполняет функции, вытекающие из движения всего производственного организма в целом. И вот участие в управлении означает, что каждый член общества должен тоже выполнять функцию, вытекающую из движения всего производственного организма в целом, а не только, значит, какую-то роль только, сказать, как отдельного участника общей работы. Иначе из этих, так сказать, частных работ может не сложиться единое действие и единое планомерное развитие.
Оно не только может не сложиться, а может разложиться. Может разложиться и пойти вспять. И вот диалектический взгляд на это развитие, с которым, я думаю, вы не знакомы, потому что на эту тему почти ничего не написано. Почти ничего. Диалектический взгляд позволяет понять, а что, собственно, произошло в СССР, откуда это все взялось, и как так, говорят, вдруг распался, говорят, Советский Союз. Что значит распался? Что это за такой строй, который самораспадается? Это странный такой строй. Вы будете... Вам нравится такой строй, который самораспадается? Говорит, он развалился, Советский Союз. Тем более, что строительство социализма, переходный период занял 18 лет с 17 года по 35, грубо. Ну а вот сколько заняло именно разложение социализма и переходный период от социализма к капитализму, мы еще с вами посчитаем. Вот во всяком случае нужно настроиться на такой лад, чтобы рассматривать развитие социализма как процесс борьбы. Ну, впрочем, и развитие полного коммунизма тоже рассматривать надо как процесс борьбы. Правильно? Вот если перенестись в полный коммунизм, то ведь он коммунизмом становится только благодаря тому, что все осуществляется в общественных интересах. А что значит в общественных? Значит, отрицается все, что делается не в общественных интересах. Поэтому коммунизм, вот классики марксизма, Маркс, Энгельс, и определяли как уничтожение частной собственности. Не в том смысле, что это один раз уничтожили и все, как будто это вот надо сжечь эту частную собственность. Ничего не сжигать, ничего не надо. Тем более не надо уничтожать. В том смысле, вот в буквальном смысле, чтобы это превратилось в пыль. Поэтому люди даже неправильно вот в это время, которые не разбирались в этой противоречивости социализма, неправильно даже «Интернационал» пели. Они его пели так: «Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим». Ну что вы будете строить, то у вас все разрушено. Из пыли, из пепла. Правильный перевод? Соответствующей рифме. Построим, разроем. Ну, он звучит так: весь мир насилия мы разроем до основания, а затем мы новый мир построим. Это другое дело. Там вот было одно в Потемкинском дворце, теперь другое, но громить-то не надо Потемкинский дворец. И Исаакиевский собор не надо громить. И Смольный собор не надо громить, правильно? Хотя были дураки, которые... Я тут лектор, вы опоздали даже, еще не извинились, а вы пытаетесь высказываться. Сидите тихо и молчите. У нас тут дисциплина, как вот при диктатуре пролетариата. Страшное дело. Сейчас вооруженные матросы сверху придут и вас выведут туда. Шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки. Так. Двигаемся дальше. Какие события, можно отметить, которые ослабляли социализм? И которые можно считать ошибкой, но такой ошибкой, которая очень дорого стоила социализму и СССР, как первой стране социализма. Ну, мы с вами рассматривали вопрос, что такое советы в свое время, да? Что такое советы по своей природе? По своему порождению, по своему возникновению. Это органы, которые были открыты Иваново-Вознесенскими рабочими, и которые и в других городах появились. Например, недавно я вот случайно, можно сказать, находился на 4-й Красноармейской улице. Мне нужно было пойти в дом Плеханова, который является филиалом нашей национальной библиотеки. Государственной. И вдруг смотрю, там написано, что здесь на заседании Петербургской тогда был Совета рабочих, потому что Петроград был с началом Первой мировой войны, так назывался уже Петербург, это был Петербургский совет. На заседании Петербургского совета в 1905 году выступал Ленин. Советы были во многих городах. Советы – это были органы, которые сформированы по представительству от статочных комитетов, по представительству от восставших, можно сказать, фабрик и заводов. И вот такие органы и назывались советами.
они по названию, они чисто филологические, потому что если мы будем идти вот за филологией, то у нас сейчас самая что ни на есть страна советов. Как называется верхняя палата нашего парламента? Ну, значит, какая у нас власть? А вот сейчас только что было заседание Государственного совета, прям позавчера, вы не заметили, нет? Государственный совет же собирался, видели такой, большой зал, по телевидению показывали, все съехали, такой хурал. Ну, чем не советская власть? А Совет Безопасности, не знаете, что вот тут как раз то раз соберется, то два, то три. Совет Безопасности, ну как бы современное политбюро, решает все ключевые вопросы. Там все ключевые фигуры представлены. Совет Безопасности, да? Ну а дальше всяких советов там. Совет по такой проблеме и так далее. Не с числа. И вообще все друг другу советуют, что делать. Поэтому в этом смысле наша страна является сейчас страной советов. Все советы. Давайте то делать, давайте то, давайте то, давайте то, давайте то. Так вот, если мы не будем стоять на филологической точке зрения, а мы будем стоять на точке зрения точной квалификации, точных определений, тех исторических явлений, которые были, совет – это орган, формируемый не по территориальным округам, а по представительству от предприятий. Есть каноническая запись во второй программе большевистской партии, которая была принята на 8-м съезде в 1919 году. Там записано, можно открыть 38-й том «Полное собрание сочинений», там в приложении. В приложении, потому что это как бы документ съезда, а не документ только Ленина. Поэтому он хоть и написан, эта программа Ленина, но она принималась съездом, поэтому ее автором как бы считается съезд. Так вот, в этой программе написано, что основной избирательной единицей и основной ячейкой государства является не территориальный округ, а завод, фабрика. Не территориальный округ, а завод-фабрика. Поскольку это записано в программе партии, то все члены партии, включая генерального секретаря, и членов ЦК, и делегатов любого съезда, члены партии должны выполнять программу своей партии. Тем не менее, в 1936 году была сделана конституция, которая выбросила вон за борт этот принцип и превратила советы из советов в парламенты под названием советы. Вот что произошло. Может быть, товарищам считалось, что это, так сказать, несущественный момент. Дескать, кто это, предприятие или территория. Все у нас люди же наши, советские, да? Все же наши, родные. И интеллигенция у нас советская, и рабочий класс у нас советский, так, и крестьянство у нас советское. Так что тут, зачем тут нужны эти все различия, зачем это нужна такая сложность, тем более, что эта сложность была зафиксирована только в положении о выборах советы, а в законе нет. В законе нет, и в Конституции такая была запись, очень абстрактные. В Конституции еще при Ленине принято было написано так, что в городах избирается один депутат от 25 тысяч избирателей, а в деревнях от 125 тысяч жителей. Как бы можно было догадаться, что избиратели могут быть не жители, а представители фабрики и завода. А можно было и не догадаться. Во всяком случае, такой ясности, которая бы требовалась, тут не было. И когда нет, так сказать, полной ясности, некоторые люди хватаются за эту неясность и говорят, ну теперь все, зачем это делать? Зато у нас будет, как в других странах цивилизованных, как сейчас говорят, напрямую будем избирать депутата. А при Ленине как избирали? Прямо наверх будем, депутата Центрального исполнительного комитета. При Ленине была двухступенчатая система. Сначала избираются депутаты городские и областные, а потом созывается съезд советов. А уже съезд советов, и это было и до Ленина, скажем так. И первый съезд так собирался советов в 1917 году.
еще тот, который дал преимущество эсерам и меньшевикам, так? Так. Второй съезд тоже так избирался. Есть советы городские и областные, и по представительству от городских областных советов на второй ступени собирается съезд советов, он избирает центральный исполнительный комитет и назначает правительство. И вот на втором съезде советов было назначено советское правительство. А что произошло в 1936 году? Вот вы, так сказать, нарежем округа по 1,5 миллиона размером избирателей и будем голосовать. И прямо люди, прямо уже человека в Верховный Совет пошлют. Пошлют. А он? А он может потом посмотреть сверху на тех, кто его избрал, потому что никакой возможности снизу отозвать, если это округ в 1,5 миллиона человек, нет. Поэтому отзыв депутатов прекратился сразу с момента перехода вот к этой территориальной системе выборов. Скажем, по Нижегородской области до 1936 года каждый год порядка 300-400 депутатов отзывалось, потому что когда этот завод направляет депутатов, в чем проблема? Собрали конференцию, проголосовали, что вместо Иванова пойдет Петров. Все. Не надо никакой день голосования устраивать. Не надо ходить с флажками, не вывешивать никакие бумаги красочные. А просто если вот выяснилось, что вот этот товарищ вот совсем стал плохо работать, или не инициативно работать, а этот товарищ стал лучше работать, ну, направили его. А потом, может быть, снова направим. При этом в городском совете смотрят, так, есть от Кировского завода, там 4 депутата было, есть 4 человека. А какие 4 человека? Это дело чье? Кировского завода это дело. Какие 4 человека будут его представлять? Они могут каждый день менять этих депутатов. Ну а если появляется ситуация несменяемости, к чему это приводит? Поскольку карьеризм, бюрократизм, ведомственность и местничество – это такие государственные болезни, которые разрастаются, если с ними не бороться, а они разрастаются особенно бурно, когда нет никакого механизма, нет никакого способа снять, вернуть на место, вернуть вниз. Лифт ездит только наверх, как сейчас эти так называемые социальные. Раз он туда уехал, все, до свидания. Если меня избрали депутатом, то и до свидания. У меня будет зарплата в десятки раз выше, чем у вас. И такой проблемы повышения зарплат нету сейчас в стране. Я сейчас буду думать о повышении срока выхода на пенсию, чтобы были большие деньги мне на зарплату. Как вы думаете, если прибавить 50 лет к этому времени? 50 лет. 50 лет весь государственный аппарат заполнялся, постепенно засорялся людьми, которые уже перестали осуществлять приоритеты общественных интересов и начали думать о своем личном благополучии. И приоритет был уже личных интересов в этом аппарате, а не общественных. Прибавьте к 1935 году 50. И что вы получите? 1985 год. Самое, что на есть, время горбачевское. И таких Горбачевых, больших и маленьких, на уровне секретарей райкомов, на уровне министров, на уровне секретарей парткомов, крупных предприятий было тьма тьмущая. Я это знаю очень хорошо, поскольку я в 90-91 году был членом Ленинградского обкома партии от Выборгского района. Там были выборы по округам, между прочим, по заводским. И я вот оказался членом обкома, но не будучи на освобожденной работе, оставаясь профессором Ленинградского университета. И я посмотрел всех этих товарищей. И когда я предложил на пленуме изгнать из партии, проводящей антинародную политику, антикоммунистическую фракцию Горбачева, Горбачева исключить за мое предложение, а я был членом обкома, я мог поставить такой вопрос на пленуме, я и поставил. За мое предложение проголосовало 17 человек из 200. Я остался в меньшинстве. И я наблюдал потом, что произошло после,
сказать, изменения общественного строя. Куда делись-то эти записные революционеры? Это же были освобожденные партийные работники, которые, как бы, у них профессия была такая – бороться за дело рабочего класса, да? Где они оказались? Ну, они оказались в банках, в разных конторах, завели свое дело. А среди, так сказать, тех, кто отстаивал там прежние позиции, их, ну вот я могу назвать там Тюлькина и Терентьева, два секретаря парткома, авангарда и арсенала. Все. Секретарь районного комитета Петроградского Раков и еще первый секретарь Смоленского райкома партии. И этим исчерпывается список вот в городе Ленинграде. А что касается других городов, там картина очень похожа. Так вот, это вот очень крупная такая веха, это изменение формы диктатуры пролетариата. Вот диктатура пролетариата осуществлялась через партию, а что касается связи с трудящимися, с заводами и фабриками, с тем классом, который составляет основу диктатуры пролетариата, эта связь ослабла. И появилась неизменяемость, как такая болезнь, которая разрастается и которая становится все тяжелее и тяжелее. В этой ситуации, ну, могли быть, так сказать, обратные движения. Например, в свое время движение коммунистической инициативы и Объединенного фронта трудящих, в котором я тоже участвовал, удалось добиться, чтобы в порядке эксперимента при Горбачеве. В Москве провели выборы по фабрикам и заводам в двух районах Москвы. Выборы прошли удачно, но никто не собирался это распространять широко, потому что это не было нужно. Вот все чувствовали, что через это сито предприятий нынешние руководители хозяйственной политики не пройдут. И они всячески этому противодействуют. Второй крупный момент. Значит, поскольку тенденция к ослаблению непосредственно общественного производства и усиления товарности является объективной, то в рамках этой тенденции и в связи с этой тенденцией все больше и больше появлялось всякого рода заявлений и работ о том, что производство при социализме носит товарный характер. И певцов этого товарного характера появилось очень много. Скажем, харьковский Либерман с этим выступал, ЕГ Либерман. Московский Либерман, ЯГ. Ракитский Борис Васильевич. Петраков, Кронрот. И не с числа таких людей, причем известную непоследовательность проявил и Сталин в экономических проблемах социализма в СССР, где он написал, что средства производства не товары, а вот предметы потребления товары. Ну, раз предметы потребления товары, то, следовательно, работник с государством обменивается. Чем? Что может дать работник? Деньги? Ну, это деньги получил от государства в виде зарплаты, поэтому, так сказать, эти деньги совершили бумажки. Круговое движение и вытолкали к нему продукт, товар. Если это товар, значит в обмен на товар должен пойти другой товар. Какой? Рабочая сила. А товарное хозяйство на том этапе его развития, когда рабочая сила становится товаром, называется капитализмом. Это классическое определение капитализма. Всеобщее товарное хозяйство, то есть когда все становится товаром, или товарное хозяйство на том этапе его развития, когда и рабочая сила становится товаром. Более того, у Сталина записано в экономических проблемах, что при социализме действует закон стоимости. А закон стоимости, как показано Энгельсом в «Антидюринге», есть основной закон капитализма. Если внедрить в социализм основной закон капитализма, к чему это приведет? Ну, к тому, что появится вместо социализма капитализм. Вот. Дальше события уже развивались следующим образом. В 1961 году на 22-м съезде была изменена программа правящей партии. Правящей, потому что если бы эта партия была не правящей, то это был бы, так сказать, факт идеологический. А поскольку она была правящей, то это факт политический. Программа изменена таким образом, что из нее то, что было в марксизме главным, учение о диктатуре пролетариата выброшено. И записано, что вот она уже изжила себя, диктатура пролетариата, и государство стало общенародным. Хотя
для всех маломальски грамотных людей в области общественных наук, которые знают, что такое государство, ясно, что государство – это орудие господствующего класса для осуществления его интересов. И как раз показывал Энгельс, что пока государство есть, оно не народное. А если оно народное, то оно уже не государство. Потому что государство – это особый отряд людей, стоящих над народом, и которые обеспечивают силой, систематическим применением насилия, интересы господствующего класса. То есть отмереть государство может в условиях социализма только как государство диктатуры пролетариата. А если оно перестает быть диктатурой пролетариата, тогда оно превращается в свою противоположность. Я напоминаю снова то, что говорил Ленин, что тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадежно идет, либо политически настолько безграмотен, что его не только на собрание, не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. И вот в роли такого идиота политического и безграмотного человека выступил первый секретарь Хрущев, НС, который сделал такой доклад, в котором, так сказать, предлагалось выбросить из программы учение о диктатуре пролетариата, государство объявить общенародным, партия, которая по смыслу это партия класса, авангард класса всегда. Партия объявить тоже общенародной. Выкинуть из программы цель, которую я несколько раз цитировал, вы уже к ней привыкли, обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, и поставить совсем другую цель, все более полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей советских людей. Потребность есть у вас в наркотиках? Курите. Водку пить есть? Пейте. У вас есть потребность балдеть? Балдейте. Ни о каком развитии речи не идет. А люди-то есть с неразвитыми потребностями. Потребность – это не есть нечто самоцель, некая, так сказать, постоянная величина. Потребность слушать музыку возникает в процессе слушания музыки. Если вы не будете слушать классическую музыку, у вас такой потребности никогда не будет. Даже потребность в том, чтобы есть вилкой и ножом, появляется тогда, когда вы едите с детства вилкой и ножом. А иначе надо бы царапать было это самое мясо, разгрызать зубами и когтями рвать. Что произошло? Значит, после 22-го съезда, после 1961 года, государство перестало быть государством диктатуры пролетариата. Значит, оно превратилось в государство буржуазное. В чем это выражалось? Это выражалось в том, что вот теперь государственная собственность перестала быть формой общественной. Государственная собственность оставалась. Она оставалась практически до 91-го года. Но она перестала быть формой общественной собственности. Это получилась собственность вот этого слоя номенклатуры, вот этого слоя управленцев, разложившегося, который стал несменяемым, который невозможно было отозвать в силу того, что у нас советов не было с 1936 года. Вот если бы этот слой не переделил между собой то, что он имел, то есть если бы он не устроил приватизацию, то есть разделение вот этой единой частной собственности на отдельные кусочки маленькие, то есть если бы он сохранил, как в Белоруссии, то и было бы у нас, как в Белоруссии. Там никакие предприятия не разрушили, не уничтожили государственную собственность и перешли к высшей форме капитализма, государственно-монополистическому капитализму. А наши друзья распилили, так сказать, единый государственный комплекс промышленный и хозяйственный и отбросили нас на этап свободной капиталистической конкуренции. Когда, дескать, рынок вам все решит, и рынок стал решать. Причем мы открыли ворота для иностранных монополий, и крупные иностранные монополии стали пожирать наши предприятия. Скажем, на сегодняшний день они пожрали все автомобильные заводы, какие у нас есть. У нас нет больше ни одного завода отечественного, который выпускал бы автомобили легковые. Ни одного. Последний завод, который они съели, это на Волге, «Жигули». А вот Владимир Владимирович ездил на нем,
пропагандировал, а в итоге продали Рено и Ниссану совместной франко-японской компанией. Потом бурьяновские у нас, УАЗики, выпускались очень хорошие. И они на экспорт шли очень хорошо. Все уже это не российский собственник. Нет у нас таких больше. Нечего говорить даже о том, что вот все семенной материал, вот сейчас на волне разговоров об импортозамещении, решили посеять сельскохозяйственные культуры свои. Не везти из Бангладеш картошку и капусту из Израиля, а взять и вот посадить картошку и здесь ее и вырастить. А семенного материала-то нет. И сейчас семенной материал будут года два закупать. Где? В Голландии. В Голландии, потому что лук почти весь голландский, и лук-севок тоже голландский. А цветочки откуда? Нет, они не обязательно из Голландии, они через Голландию. Голландская монополия, которая возит там из Эквадора, может, розы или гвоздики, но через Голландию. А вот вы вырастите, говорят, мелкий бизнес нам поможет. Вы сделаете цветочки, вырастите, и куда вы с ними пойдете? Какой магазин вас пустит продавать? Никакой не пустит, потому что все магазины подчиняются голландской фирме. У меня вот в магистратуре учился товарищ, который работал как раз вот в этой фирме. Он на голландцев работал, а у нас учился в магистратуре. Ну и что, вы не возьмете? Закупили самолеты все, американские и западноевропейские. Наши стоят незагруженные самолеты, не знаю, что с ними теперь делать. Потому что один раз выложив такую сумму на Боинги и на аэробусы, уже не выложишь на отечественные, правильно? Даже потребовать государства этому нельзя, потому что как же вот, вы видели, сколько мы потратили на парк? А что это значит? Их же ремонтировать надо, и запчасти обслуживать. Значит, кто это будет делать? Значит, это мы попали в кабалу на долгие годы к американским и западноевропейским производителям. Ну и так далее и тому подобное. То есть с 1961 года начался переходный период от социализма к капитализму. И этот переходный период занял 30 лет. 30 лет. Это никак не похоже на развал социализма. Потому что строили 18, а разваливали, люди его разваливали. Он не сам развалился. Изнутри и снаружи. 30 лет. И еще никак не могли развалить. Наконец удалось. К 91-му году. А чтобы никто не сомневался, какое государство у нас получилось в 61-м году, в 1962 году в Новочеркасске были расстреляны рабочие, которые требовали всего-навсего не повышать цены и не снижать расценки на то, что они производят. И погибли а. рабочие, б. организаторы этой забастовки и в. дети рабочих, которые залезли на деревья посмотреть, что происходит. Их тоже расстреляли. Организаторов расстреляли по суду, а остальных просто постреляли, потому что они якобы занимаются антигосударственной деятельностью. Эта деятельность действительно антигосударственная. Просто государство стало уже не рабочим и стало антинародным. А прикрывается в таких случаях всегда лозунгами народности. Дескать, народное государство, народная партия. А это делалось по указанию тогдашнего первого секретаря. То есть Хрущев показал себя как самый, определенный враг социализма. Носитель антисоциалистических контрреволюционных тенденций. И в результате контрреволюции в СССР произошла реставрация капитализма. И после 70 лет, после того времени, которое можно было считать социалистическим, мы снова оказались в условиях капитализма. Если мы оказались в условиях капитализма, то удивляться, что у нас минимальная зарплата сейчас 6200 не надо. 6200. И стипендия 1452 рубля.
Я чувствую, что вот, поскольку стипендия, на эту стипендию можно неделю только прожить, что вот все меньше и меньше остается людей, которые слушают лекции. Наверное, два человека складываются, один помирает, а второй приходит на лекцию. Я лично не знаю, как вы все вообще живете, это удивительно. Я вообще поражен героизмом современного студенчества. Более таких, мы вообще в этом смысле, ну, просто люди, которые учились в советское время, ну, это просто люди богатеи. У нас была стипендия 35 рублей, потом 45. У меня была Чебышевская стипендия с одной четверкой, 60 рублей. Кто с одними пятерками, ленинская стипендия, 100 рублей. У директора Кировского завода 120 рублей. Вот жили. В аспирантуре какие-то копейки платили за общежитие, какие-то ничтожные эти 2 рубля стоил там в месяц комната для докторанта в общежитии. Сейчас заплачут люди. Я понял. Но история, как мы знаем с вами, товарищи историки, она и развивается противоречиво. Скажем, вот Парижская коммуна, она была сколько? 70 дней. Да и в одном городе. А тут в одной стране и 70 лет. Это прогресс? Прогресс. А вот тому, что, возможно, только движение вперед под красным благом, кто-нибудь вас учил такому? Что обратного невозможно? По-моему, никто такого не учил из серьезных людей. А вот несерьезные люди так изображали дело, что они не видели отрицательных тенденций. Я в их не случайно их все эти тенденции перечислил. Причем я это сделал еще в 1986 году вышла моя книга «Планомерное разрешение противоречий социализма как первой фазы коммунизма». Она опубликована в издательстве Ленинградского университета. Висит сейчас на сайте Фонда рабочей академии. И вот есть такая сейчас электронная книга на сайте Московского отделения Фонда рабочей академии «Диалектика капитализма и социализма». Там есть книга Смирнова. Туда включена метод исследования экономического закона капитализма в капитале Карла Маркса. И вот моя книга, связанная с противоречиями. Ну и я подготовил и в 1987 году, защитил докторскую диссертацию на философском факультете здесь, которая была посвящена вот проблеме противоречий, планомерное разрешение противоречий движения коммунистического способа производства в его первой фазе, в которой доказывал, что есть не только позитивные тенденции, но и негативные, и что всякое увлечение тем, что есть только позитивные тенденции, грозит нам превращению в обратном, так сказать, движение в обратном направлении. Докторскую я успешно защитил. В 89 году меня утвердили в качестве доктора философских наук, а в 90 году социализм, переходный период от социализма к капитализму завершился. Ну, как бы я даже и накаркал, можно сказать. Но можно сказать, что и предупреждал, потому что, в общем, это вот такое... А какое было в то время настроение теоретическое? Что у нас развитой социализм. Ну, если он развитой, все. Нет никаких проблем. Какие могут быть проблемы? Вот вы напишите статью «Тяжелый, вредный, опасный женский труд в условиях развитого социализма». Будут печатать? Да ни за что. Как может быть тяжелый, опасный, вредный труд в условиях развитого социализма? В условиях развитого социализма все хорошо. И вот приехал я в это время в Белоруссию, в Гомель. Утром просыпаюсь, иду газету беру, «Звезда». И там написано: «Мы вступили в этап спелого социализма». Так я и представил, сейчас социализм спелый, созрел, сгниет, упадет. И он сгнил и упал. Но он не сам сгнил, потому что эти внутренние тенденции, они, конечно, сопровождались и соответствующим давлением извне. Но те люди, которые нам рассказывают, что это все происки ЦРУ, упрощают дело. Мы сейчас говорили о внутренних отрицательных тенденциях, которые есть в любом социализме, будь это КНДР или Социалистическая Республика Вьетнам или Китайская Народная Республика. Как там в Китае-то? Есть
взяточники. Есть и много. И все время их расстреливают, они идут и идут снова на расстрел. Героически ведут себя эти взяточники. Несмотря на... Говорит, хоть нас расстреливают, но будем за эти, за такие крупные суммы будем биться насмерть. И насмерть идут. Хотя в Китае переходный период от капитализма к коммунизму. Переходный коммунизм там в первой фазе не построен. На Кубе был построен. Но после того, как миллион человек превратились в самозанятых, а самозанятые – это, другими словами, мелкие буржуа, которые, мелкие хозяйщики, работают на рынок, они... Куба перешла в переходный период. От капитализма к социализму или от социализма к капитализму – это как смотреть. Поскольку и та, и другая тенденция действует, поэтому может быть и так, а может быть и так. Чем может закончиться переходный период? А тем, что перейдет Куба к социализму снова, или она перейдет к капитализму, что тоже не исключено. Если вы возьмете Вьетнам, переходный период, КНДР, у них первая фаза коммунизма есть. Но родимые отпечатки, родимые пятна и отпечатки капитализма налицо. Скажем, вроде и порядочный человек был Ким Чен Ир, но обязательно он сын Ким Ир Сена. А Ким Чен Ын тоже вроде неплохой, но сын Ким Чен Ира. Это какая-то такая династическая линия, не очень совместимая с социализмом. Что такая бедная, наверное, маленькая страна, а там не так мало людей. Вы посмотрите, сколько людей в Корее, сколько людей во Вьетнаме. Это крупные государства. Гораздо крупнее целого ряда европейских государств, которые много шумят. Причем и Вьетнам, и Корея выдержали войну с крупнейшим империалистическим хищником – Соединенными Штатами Америки. И Соединенные Штаты из себя изображают крупную державу военную. Они вообще ничего не выиграли никогда. Они выиграли только на Гренаде. Там были кубинские добровольцы, они победили 10 человек. В Корее они с треском проиграли. Ну, корейцам, конечно, помогали китайские добровольцы. И примерно 100 было летчиков из СССР. Поэтому информационные сообщения звучали так. Корейский летчик И. Ван сбил 5 американских самолетов. А во Вьетнаме у нас был вот Миша Ширяев, мы с ним вместе учились в аспирантуре на экономическом факультете. Миша Ширяев орденосец, он получил орден Красной Звезды. Он был системами ПВО, которые с зенитными ракетами. Работал на РЛС, а она где-то 1,5 километра находится так, в связи с соответствующей установкой. Когда, говорит, мы приехали во Вьетнам, американцы тучами там летали, по 200, по 100 самолетов. Поэтому, когда мы одну ракету как запустим в эту тучу, сразу падает 5. С треском проиграли американцы во Вьетнамской войне. Начали они с того, что Вьетнам разделен был на северный и южный, а закончилась война тем, что есть только Социалистическая Республика Вьетнам. Вот теперь поехал представитель нашей буржуазной России, товарищ Медведев, поехал во Вьетнам договариваться, чтобы у нас было, так сказать, единое пространство торговое с таможенным союзом. И вот мы как-то настаиваем, чтобы нам бы скорее это надо, а так сказать, премьер-министр Вьетнама немножко так придерживает. Ну давайте, говорит, в 2015 году сделаем. Вот такие бывают интересные моменты развития. Потому что, как выяснилось, в современном империалистическом мире вопрос стоит не так, что идет борьба только против социализма или за социализм, или против капитализма. А борьба идет за ресурсы, и мир разделен между империалистическими державами, и постоянно идет борьба за его передел. И нам откровенно говорят, что для вас вообще очень, вас тут мало слишком на этой земле. В России слишком много земли для такого количества населения. Прямо так и говорят. Поэтому желающих у нас откусить большие куски нет. И так было все время, между прочим. Россия никогда особенно ни на кого не нападала. 2 раза ходила Россия в Европу. 1 раз спасать от Наполеона, 2-й раз от Гитлера. И памятники стоят. И в Париже стоит памятник царю. И в Берлине стоит памятник советскому солдату. А теперь Меркель говорит, а я мать не приеду. Да может и не было, это и Меркель, если бы не советский солдат.
Вот объявили сегодня, что президент Черногории не приедет на 9 мая. Ах, как мы будем печалиться, президент Черногории не приедет. Великая держава Черногории. И некоторые, так сказать, страны, которые за 2 недели все сдали Гитлеру в Европе, они против нас санкции там делают. Ну, это смешно. Вот, ну, а что касается России, в ней все больше, так сказать, зреет понимание того, что не надо, так сказать, стыдиться своего советского периода, в течение которого колоссальное развитие прошло российского общества и российского государства. И еще до некоторых вершин, которые были достигнуты, надо еще подняться. И чтобы заменить ракеты «Сатана» с 10 разделяющимися боеголовками, надо еще работать и работать. А они уже сроки перестояли. Надо вот менять. Вот уже приготовлены ракеты, вот они уже на стапеле, они как бы уже вот на выдании, но еще пока не заменили. Поэтому пока еще нас защищают советские ракеты. И мир тем самым, так сказать, на Земле связан с существованием исторического такого образования, как Союз Советских Социалистических Республик. Ну вот в связи с этим возникает такой вопрос. Так что, причины поражения социализма в СССР объективны или субъективны? Вот товарищ, который позже пришел, объективно говорит, обязательно должен был рухнуть Советский Союз, так что ли? Нет. А как объективный-то? Объективно-то силы социализма сильнее были, чем антисоциалистические силы? Объективно. Сильнее. Силы прогресса сильнее, чем силы регресса? Ну так если силы прогресса сильнее, чем силы... Ну если силы прогресса будут так себя вести и такие будут допускать грубые ошибки и отказываться от главного вообще в своем учении и в направлении движения, то это будет то же самое, как вот с нашим самолетом, который в Индонезии разбился. Не надо болтать с тем, кто хочет купить этот самолет во время движения. Взяли и влетели в гору. Если они влетели в гору, это по объективной причине? Нет. Или по субъективной? По субъективной. Надо вообще понять, что сложные организмы, сложные, тем более общественные системы, а это не червяки, которых если разрубил лопатой пополам, 2 червяка. А человека разрубили, ну не получается 2 человека никак. Так что это плохой организм. Телега очень хороша. Напьется, возница его, так сказать, конь потихонечку притащит к дому. Ну, если вы сели на самолет, ну что вы хотите? Так если кто-то ведет самолет, у него что-то стало нехорошо с головой, то нехорошо будет всем, кто на самолете. На этом. Что какой-то первый секретарь, который не знает самой коренных устоев марксизма. Это ведь к этому можно подойти с любой точки зрения. Скажем, вот человек, который не коммунист, я, говорит, не коммунист, но я знаю, что для коммунистов главное учение диктатуры пролетариата. А это как бы первый коммунист. Сейчас некоторые, называющие себя коммунистами, перекрашиваются. Перекрашиваются, потому что они тоже за диктатуру пролетариата. Из тех, кто ее не принимали, уже после Хрущева сколько прошло времени? А некоторые ходили с шарфами такие. Не видели красивые красные шарфы? На них написано «Народовластие». Это другими словами, мы хрущевцы. Выбросили эти шарфы, и теперь мы тоже за диктатуру пролетариата. Но только чтобы она была на переходный период. А при социализме? А до полного уничтожения класса? То есть они бы, эти люди, если бы они к власти пришли, некоторые из тех, которые сейчас себя считают коммунистами, они бы отменили не в 1961 году диктатуру пролетариата, а в 1935. В этом разница их с Хрущевым. То есть они хуже его несколько раз. Вот такая интересная картина. И это очень интересно наблюдать товарищам-историкам, особенно с диалектических позиций. Диалектических позиций это вот как-то ясно представляется. Мне приходилось выступать в Греции на большой конференции научной о причинах разрушения социализма в СССР. Ну и я в известной мере воспроизвел здесь для вас свой доклад, имея в виду, что он у нас представляет собой историческую иллюстрацию к предыдущей теме революция и контрреволюция. Хотя у нас, если посмотришь, у нас вообще контрреволюции нету.
У нас и американцы за революцию, только за цветную, а мы как бы за черно-белую. Революция рос в Грузии, оранжевая революция в Украине. Да? А это что? Это даже и не контрреволюции, это обычные перевороты, когда один и тот же класс меняет состав своих руководителей, и вместо одних проходимцев приходят другие проходимцы. Вот на Украине мы это явно наблюдаем. То, что сейчас там происходит. И вдобавок они служат не своему народу, а выполняют задания заокеанских хозяев. Вот так обстоит дело этим вопросом. Ну вот на этом мы лекцию о контрреволюции СССР завершим. И вернемся к таким, опять-таки, непростым теоретическим вопросам, которые удалены от непосредственной, так сказать, такой политической являющейся действительности. Вот, потому что без коренных вопросов, без понятий основных мы не разберемся и в таких вот острых политических проблемах, которые могут стать современными или являться современными в настоящее время. Спасибо за внимание. Перерыв.